Техника пашет землю под посевы и осени, и следующей весны. В идеале лучше сначала дождаться обильных дождей, а потом сеять, но этим летом с влагой трудно. Грунт сложный для обработки, как никогда в последние годы. Где-то он слежался и пашется кусками, а рядом участки, где он превратился в пыль. Прошедшие в последние дни дожди местами улучшили ситуацию, но еще не изменили ее полностью. Слишком сильно за лето высохла почва. Теперь, чтобы промочить ее, нужны продолжительные ливни. Температура почвы измеряли на глубине 22 сантиметра. Это недели две назад достигало до 32 градусов. И все же прогноз погоды последних дней утешает хлеборобов. В Атюревском районе в этом году запланировали посеять озимые на площади 7 тысяч гектаров. Сеять все равно необходимо. Потому что по-другому никак. Потому что сейчас засуха, а вдруг через неделю пойдут дожди, тогда мы выиграем. В этом году урожай зерновых в Атюревском районе 5580 тонн вместо запланированных 30 тысяч. Все хозяйства не досчитались значительных средств, а на осенние полевые работы снова нужны деньги. Кредиты, которые взяты, может, и будет пролонгация кредитов, все-таки обещали. Проплачивать кредиты будет очень тяжело при таких возможностях. Оптимальные сроки сева для озимой пшеницы начинаются в конце августа, а зимы ржи заканчиваются в конце августа. В этом году из-за засухи начали поздно. Это грозит проблемами с урожаем уже в следующем сезоне. Николай Кучканов, Сергей Надин, Вести Мордовия, Атюревский район.